Всем привет! Сегодня вы увидите в ролике, как сделать оригами, но и не совсем, и будем делать марсоход. Заранее скажу, что нам понадобится, чтобы потом не капошиться, клей пестик, А4, туалетка или бумага, не знаю, на чем вы хотите делать. Также нужен скотч, чтобы все хорошо держалось. Что ж, приступаем к ролику. Всем привет! И сегодня, так как у меня совсем нет озвучивать кривой переводчик. Всем привет, сегодня мы будем делать марсоход. Приступаем к первому этапу, и это будет колеса, на чем будет стоять марсоход. Итак, нам нужно сделать еще 4 колеса. После того, как мы сделали, начинаем делать ось, нам понадобится 2 оси. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Пожалуй, выкину это зло, оно нам не понадобится. Да и если ты по какой-то причине забыл подписать, то сделай сейчас, а мне будет приятно увидеть вашу активность и сделать следующий ролик через месяц. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, ладно, продолжаем. Теперь мы делаем двигатель для нашего шагохода. Да почему я это называю шагоходом, уже 3 раза вырезал из сценария. Ну ладно, продолжаем делать двигатель для нашего марсохода. Теперь давайте сделаем сиденье для космонавтов. И сорян за мой русский язык. Нам нужно будет 2 сиденья. Так, теперь берем клей-пистолет и все это склеиваем.
Всем пока. Если тебе понравился ролик, то поставьте, пожалуйста, при, 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 пожалуйста, подпишись, все пока, да и в правом верхнем углу есть подсказка на мой второй канал. Огромное спасибо, что досмотрел до конца. Все больше минуты не могу задерживать вас, так что пока.